Валерия Заклунная. Появилась на свет в Сталинграде в страшное военное время, в августе 1942 года. Чуть позже новорожденную с мамой эвакуировали в Энгельс, Саратовской области. Через 5 лет после окончания войны семья перебралась в Киев. Девушка закончила школу-студию МХАТ в 1966 году, перед этим успев получить техническое образование по водному транспорту и поработать чертежником-конструктором на заводе. Ей предлагали остаться в Москве, но она выбрала украинский театр, чтобы быть поближе к своим родителям. Кстати, именно из-за этого решения распался ее первый брак, который она заключила еще будучи студенткой с будущим режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным. Супруг не захотел уезжать из Москвы, столицы Украины, и молодые, недолго думая, расторгли брак, продлившийся 34 дня. Валерия Заклунная скончалась 22 октября 2016 года в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с третьим мужем на Байковом кладбище Киева. Прощание прошло в фойе родного театра, где артистка проработала 50 лет своей жизни. Проводить в последний путь ее могли все желающие. К слову, надгробную плиту заказывала еще сама актриса, и установлена она была при ее жизни. На плите изначально было выгравировано два имени, просто свою строчку, предназначенную под дату смерти, Валерия оставила пустой. Чтобы не демонтировать памятник, могильщик сделал подкоп и аккуратно вставили гроб под плиту. Валерия знала, что после ее смерти некому будет позаботиться о надгробии для нее и любимого супруга, поэтому предпочла сделать это самостоятельно и заранее.